Уважаемые коллеги, начинаем пресс-брифинг премьер-министра Республики Армения господина Пашиняна. Пожалуйста, задавайте вопросы, представляйтесь, называйте, соответственно, СМИ. Телекомпания «Мир», пожалуйста. Если не ошибаюсь, это мой первый брифинг в Москве, так что с удовольствием, пожалуйста. Здравствуйте, Николай, меня зовут Мария Мачинко, телекомпания «Мира». Добро пожаловать в Москву для начала. Наша компания много снимает ваш репортаж, очень приятно познакомиться. Вопрос у меня такой. Вот вы обозначили ряд направлений, которым собираетесь уделить внимание и просите поддержки глав государств. Ну вот это энергоресурсы, да, цена, единая цифровизация. И все-таки вот год это очень мало будете занимать должность председателя, да. И хотелось бы понять, а вот какие успеете решить вопросы конкретно, да, может быть, ну, вот основные, какие важны для вас, возможно, какие-то, ну, может быть, три самые главные для вас вопросы. Ну, конечно, председательство на один год, но это не значит, что мы думаем, что в этом году удастся все вопросы решить, поскольку не надо отделить этот год от других, потому что это продолжительный процесс интеграции. И те вопросы, которые я обозначил, это не то, что новые вопросы, это те вопросы, которые и в прошлом, и позапрошлом году обсуждались в Евразийском экономическом союзе на всех уровнях. То есть это продолжительный процесс. Конечно, я уже сказал, что главные вопросы – это отстранение барьеров, которые есть в Евразийском экономическом союзе. То есть в политическом уровне мы объявили, что идем на интеграцию, а наши внутренние регуляции, во всех странах есть внутренние регуляции, которые мешают интеграции. То есть если мы реально идем на интеграцию, должны работать над отстранением этих барьеров. Это еще и самый главный вопрос, это, конечно же, общий энергетический рынок, потому что цены на энергоносители очень прямо и очень сильно влияют на себестоимость продуктов, которые производятся в наших странах. То есть и для нас общая цель развивать промышленность и быть менее зависимым от импорта товаров. Мы хотим наоборот повиситься, быть более экспортоспособным, как отдельно каждая страна ЕС, так и общий Евразийский экономический союз. Так что мы будем работать над этим. Конечно, председательство – это стимул для нас более активно работать, но это не значит, что до этого мы как-то не были заинтересованы и после этого не будем заинтересованы. Коллеги, подождите. Информационное агентство ТАСС, пожалуйста, вопрос. Да, спасибо. Пока что речь идет о том, что мы в 2019 году не повысятся цены на газ для потребителей Республики Армении. И фактически это значит, что у нас есть год время, чтобы продолжать консультации с нашими коллегами из России, «Газпрома» и вообще в рамках Евразийского экономического союза, чтобы решить этот вопрос в долгосрочном плане. Конечно же, лучше, чтобы этот вопрос было решено в рамках Евразийского экономического союза, потому что я думаю, что это более правильный подход, поскольку мы говорим об общеэкономическом пространстве. И мы будем работать на этом, ни о каких ресурсах не идет речь. То есть мы не собираемся, в 2019 году правительство Армении ничего не будет субсидировать, и никакие активы не будут переданы, то есть все останется по-прежнему, и это просто
у нас появляется время более детально обсуждать вопрос на про газ. Ну, конечно, это для нас приоритет, и сейчас уже в Армении есть несколько инвестиционных проектов в технологическом отрасли, и мы надеемся сделать реально высокотехнологический сектор локомотивом экономики Армении. Конечно, цифровой проект очень важен еще и для Евразийского экономического союза. Ну, только что с Тиграном Суреновичем мы об этом и говорили. Я в своем выступлении говорил об электронном сопровождении товаров, которые облегчит передвижение товаров в Евразийском экономическом союзе. Сейчас экономическая комиссия работает над этой темой. И Тигран Суренович сказал мне, что в мае месяце они уже будут готовить, предварительно представить ту схему, которая предлагается по этому поводу. И, конечно, цифровая повестка, еще и развитие высокотехнологических отраслей очень важны для Армении и вообще для Евразийского экономического союза. Подождите, коллеги, вот газета «Le Monde»? Газета «Монд», французский журнал «Le Monde». Скажите, пожалуйста, вот Изабель Мандро, и скажите, есть ли в 2019 году какие-то страны, которые собираются присоединиться к Евразийскому союзу? И второй вопрос, насколько давят санкции на евразийскую экономическую? Ну, вы знаете, что на данный момент про членство в Евразийский экономический союз каких-то конкретных переговоров не существует, но в прошлом году Молдова, если не ошибаюсь, получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. То есть это значит, что самая близкая страна к членству Евразийскому экономическому союзу можно считать Молдову, но это еще и зависит от внутриполитической ситуации в этой стране. Вы знаете, что в феврале намечаются парламентские выборы в Молдавии, и после этих выборов будет понятно, как будут развиваться отношения между Евразийским союзом и Молдовой. Что касается, сейчас более важный процесс идут переговоры с несколькими странами по подписанию договора о свободной торговле. Я уже сказал, что такие переговоры сейчас ведутся с Сингапуром, с Египтом, с Израилем, с Сербией. Еще в прошлом году были подписаны такие документы с Ираном и с Китаем. И это очень важный процесс, потому что открывает новые возможности для бизнеса в Евразийском экономическом союзе. Что касается санкций, конечно, нельзя сказать, что санкции играют позитивную роль для Евразийского экономического союза, но я думаю, что вот тот процесс, который происходит, если пройдет успешно расширение рынков для Евразийского экономического союза, это довольно-таки успешный роль балансирования может играть. Газета «Коммерсант», пожалуйста.
Никола Вович, газета «Коммерсант», Кирилл Кривошеев. Мой вопрос о далекой стране, о которой, однако, высказываются сейчас все политические лидеры очень разных стран мира. Вы знаете, что правительство России поддержало президента Мадуро в Венесуэле, однако ваши соседи из Грузии и через ряд европейских стран поддержали главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Не вызывают ли у вас события в Венесуэле некоторые ассоциации с той революцией, которую лидером которой были вы, и кого вы поддерживаете в этом противостоянии? Спасибо большое. Знаете, никаких ассоциаций просто не могут быть по факту. Почему? Потому что, к счастью, у нас не было никаких стычек, и не были жертв у нас. А в Венесуэле, к сожалению, есть жертвы. Во-вторых, весь процесс, который произошел в Армении, он полностью на 100% соответствовал процедурам, которые предусмотрены законодательством и Конституцией Армении. Но то, что происходит в Венесуэле, честно говоря, на первый взгляд не очень понятно, какие отношения эти события имеют с Конституцией Венесуэлы. Я, честно говоря, не могу об этом сказать, но первое впечатление, что там не все идет по конституционной логике. Но и на данный момент Республика Армения никакого заявления не сделала по этому поводу, и мы продолжаем следить за развитиями. Нам нужно понять, в первую очередь, отношение этих событий с Конституцией Венесуэлы. Но во всяком случае, я думаю, что тут ключевую роль должен играть позиция народа и граждан Венесуэлы. То есть любое решение должно быть приемлемым в первую очередь для народа Венесуэлы. Как вы оцениваете итоги встречи с Алиевым в Давосе? Ну, вы знаете, никаких итогов не предусматривалось, и никаких итогов, по сути, нет, потому что это было просто общение. Так мы общались и в Душанбе. Правда, в Душанбе у нас были конкретные результаты. Мы общались и в Санкт-Петербурге тоже. Это было просто общение. То есть ни Алиев, ни я и никто другой не ожидал каких-то результатов от этой встречи. Это был просто разговор, просто общение. Конечно, мы говорили о проблеме Нагорно-Карабахского конфликта. И в этом этапе я хочу сказать, что фактически это не переговоры. Это неофициальное общение, и просто мы говорим и президент Алиев, и я просто говорим о наших восприятиях этой проблемы, как мы воспринимаем эту проблему, как наши народы воспринимают эту проблему. Телеканал «Шант». Вая Ванесян, телекомпания «Шант». Продолжая тему Давоса, вы оттуда прилетели сразу в Москву. Мы знаем, что там были у вас ряд встреч с главами международных корпораций, с лидерами зарубежных стран. Есть какие-то осязаемые результаты и в какие сроки, я имею в виду с точки зрения инвестиций, мы можем почувствовать результаты тех встреч, которые вы провели в Давосе? Ну, спасибо. Конечно, с представителями международных корпораций мы говорили о конкретных проектах, и между прочим, в Давосе я встретился еще и с главами российских корпораций, например, Кириллом Дмитриевым, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, Андреем Костиным, председателем правления банка ВТБ, Борисом Титовым, уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Конечно, есть конкретные идеи, и это очень хорошо. И я надеюсь, что эти идеи удастся реализовать. И есть некоторые идеи, которые мы собираемся обсуждать в Москве тоже, потому что нам в некоторых проектах нужны
нужно найти партнеров среди армянских бизнесменов. И я сегодня собираюсь некоторые проекты обсуждать и российскими бизнесменами армянского происхождения. Это долгосрочные проекты? Ну, там есть разные проекты. Разные проекты. И долгосрочные, и краткосрочные, но любая инвестиционная программа, даже если она краткосрочная, для его реализации нужно некоторое время, и мы надеемся эффективно использовать это время. Коллеги, сейчас РИА Новости. Тимур Селиванов, МИА России сегодня, информагентство «Спутник». Николай Владимирович, уже упоминали коллеги по поводу ряда переговоров в Давосе. Скажите, пожалуйста, а все-таки о какой сумме инвестиций для Армении в этом году идет речь со стороны российских компаний, может быть? Вы знаете, мы не обсуждали конкретные, обсуждали не сумму инвестиций, а суть инвестиций. Это должны потом специалисты посчитать, сколько будет стоить тот или иной проект. И я надеюсь, что все эти проекты удастся реализовать. Например, с банком ВТБ сейчас мы работаем над проблемой, связанной с Тягутским месторождением, который очень важный вопрос для нашего региона Алаверды. Мы надеялись, что до конца 2018 года удастся восстановить работы в Тягутском месторождении, но там потом появились судебные проблемы, и сейчас, насколько я информирован, эти судебные проблемы решаются, и сейчас мы надеемся, что банк ВТБ сможет договориться с оператором, который будет вести менеджмент Тягутского месторождения и тому подобное. Пожалуйста, Гала ТВ. Александр Гор, московский корреспондент армянского телеканала Гала ТВ и Кавказского узла. Господин Пашинян, продолжение темы встречи вашей с Алиевым. Вот когда ожидать официальных переговоров с Азербайджаном? И вот в ходе вашего общения в Давосе вы затрагивали тему возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров. Эта тема обсуждалась. И когда ожидать вашего официального визита в Россию в качестве премьера? И если можно одно уточнение. Вот вас то называют Никол Владимирович, то Никол Ваваевич. Скажите, как правильно все-таки ваше отчество произносить? Это очень важно также для журналистов. Да, я знаю, моего отца зовут Вова. Но я понимаю, что в русском языке это по-другому это связано с именем Владимиром. Но в Армении это имя очень довольно-таки распространено, в особенности среди той поколения, из которого мой отец, так что я думаю, что правильнее сказать Николай Ваевич. Что касается о переговорах с Алиевым, вы знаете, те позиции, те заявления, которые я делал публично, конечно же, все эти вопросы затрагивались и в нашем встрече я неоднократно сказал, что я могу представлять в этих переговорах Республику Армении. И я не могу представлять Республику Арцах по той простой причине, что граждане Карабаха не участвуют в выборах Республики Армении, то есть они меня не избрали как премьер-министра. Они избирают своего президента, у них есть свое правительство, свой парламент, и по этой причине я не могу вести переговоры от имени Нагорного Карабаха. Я могу вести переговоры от имени Республики Армения. И все так и происходит. Это всем понятно. И, конечно же, вы знаете, просто понятно, что очень интересно для журналистов, для граждан
во всех деталях узнать, о чем мы разговаривали. Но это чисто этической точки зрения, это неприемлемо, когда выходит и рассказывает все, о чем говорили. Но, в общем, все вы знаете, о чем мы говорили, потому что разговор шел в тех рамках, которые соответствуют моим публичным заявлениям. По официальным переговорам наши министры иностранных дел, они встречаются, они работают над этим, пока ничего конкретного не могут. А официальный визит, когда пригласят, тогда и будет. Коллеги, давайте последний вопрос. К сожалению, да, последний вопрос. Ну, давайте, информационное агентство «Регнум». Марина Крутян, здравствуйте, господин премьер-министр. У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, верно ли было все-таки решение прежних властей Армении вступить в ЕАЭС? Спасибо. Ну, вы знаете мою позицию по этому поводу. Я когда был в парламенте, депутатом парламента, я проголосовал против этого решения. Я после этого неоднократно сказал, что, например, если мы считали, что это неправильное решение, это не значит, что для исправления этой ошибки, так говорится, нужно делать прямо противоположные шаги. Потому что я всегда это пример веду, об этом примере говорю. Ну, Барак Обама, президент Соединенных Штатов, он считал, что президент Буш сделал неправильно, когда вел войска в Ирак. И он решил сделать прямо противоположное. Отозвать, снять войска из Ирака. И что мы получили? Получили исламское государство. То есть вот такое восприятие. И я думаю, что мы действительно... Это есть факт, что Республика Армения член Евразийского экономического союза. И я не думаю, что я не думаю, что резкие повороты, как говорится на английском языке, U-turn, полезны в международных делах. И как видите, наши усилия сейчас служат тому, чтобы делать Евразийский экономический союз более эффективным. Тоже касается и организации ОДКБ, о договоре коллективной безопасности. То есть мы регистрируем факт, и мы делаем все возможное, чтобы членство Армении в Евразийском экономическом союзе было более эффективно, более полезно и более перспективно. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Спасибо. До свидания.